Министерство финансов Германии на следующей неделе представит проект дополнительного бюджета на 2023 год, заявил глава ведомства Кристиан Линднер. Кроме того, власти страны собираются приостановить до конца этого года действие так называемого «долгового тормоза», чтобы иметь возможность брать новые кредиты. Практически всем немецким министерствам и ведомствам запрещено принимать на себя новые финансовые обязательства. Ich betrachte es als meine Aufgabe, jetzt reinen Tisch zu machen. Wir können erst dann wieder über das Jahr 2024 und die nächsten Jahre sprechen, wenn wir einen rechtssicheren, einen verfassungsrechtlich gesicherten Zustand haben. Und dazu wird es in der nächsten Woche diesen Entwurf eines Nachtragshaushaltes 2023 geben. Положение о долговом тормозе было внесено в основной закон Германии в 2009 году для ограничения возможности правительства залезать в долги, расплачиваться за которые придется следующим поколениям немцев. Его действие уже приостанавливалось в связи с пандемией COVID-19. Сейчас такое же решение может быть принято на фоне вердикта Федерального конституционного суда, который счел, что правительство не имело права тратить выделенные на борьбу с пандемией 60 миллиардов евро на климатические и экологические проекты.